Слово будет называться так: «Не бойся выйти из лодки». Давайте сразу почитаем место из Писания. Это Матфея, 14 глава, с 23 по 31 стих. Всем известная история. Но на примере этой истории хочется посмотреть, знаете, на некоторые типы людей, которые существуют, и на то вообще, как, ну вот, как действует вера. Я не знаю, то есть... Давайте посмотрим. Здесь очень хорошая история, очень хорошая. Когда народ разошелся, Иисус поднялся на гору один помолиться. Наступил вечер, и Иисус оставался на горе. Тем временем лодка была уже далеко от берега. Ее били волны, так как дул встречный ветер. Четвертую ночь стражу, перед рассветом, Иисус пошел к ученикам, ступая по озеру. Но ученики, увидев его идущим по воде, очень испугались. «Это призрак!» — закричали они от страха. Но Иисус сразу же заговорил с ними: «Успокойтесь, это я, не бойтесь. Господи, если это ты, — сказал тогда Петр, — то повели мне прийти к тебе по воде». «Иди», — сказал Иисус. И Петр вышел из лодки и пошел по воде к Иисусу, но увидел, как сильно дует ветер, он испугался и начал тонуть, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас протянул руку и поддержал его. «Маловерный», — сказал он, — «зачем же ты стал сомневаться?» Очень интересная история. И на примере этой истории, знаете, очень хотелось бы кое-что здесь увидеть. Первое, что мы можем здесь увидеть, это то, что Иисус начал идти по воде. И это увидели ученики, которые посмотрели на Иисуса и сказали: это призрак. Но потом, когда они увидели, что это Иисус, то единственный, кто захотел попробовать этот же опыт, был Петр. Поэтому первое, существуют такие люди, это первый тип людей, которые видят чудеса, они видят Божью руку в жизнях других людей, они слышат свидетельства, но они думают, что это для них недоступно. То есть, когда они смотрят на чудеса, то их первая мысль – это не для меня, или я не смогу, это, скорее всего, для него, потому что он лучше молился, или потому что он служит в церкви, или еще почему-то. И так существует первый тип людей. На этом примере мы просто будем углубляться в эти типы для того, чтобы понять, что на самом деле вопрос не в том, что кто-то другой получает, а в нашей вере, которая есть у нас или ее нет. Итак, если вы такой человек, который смотрит на чудеса и думает: это не для меня, потому что я мало молюсь, потому что... я мало читаю Библию, потому что еще почему-то еще, то смотрите, что сделал Петр. Итак, в лодке сидели ученики. И единственный, кто увидел чудо так же, как и увидели другие ученики, был Петр. И он говорит: «Иисус, скажи мне, повели мне или разреши мне пойти по воде». Интересно, правда? И Иисус говорит: «Иди». И вот есть второй тип людей. Это люди, которые ищут какое-то подтверждение от Господа для того, чтобы получить чудо. Знаете, они читают Слово, они просят, чтобы им пророчествовали: «Господи, хочешь ли ты меня исцелить? Хочешь ли ты совершить чудеса в моей жизни? Боже, дай мне Слово». И они идут к пророкам, чтобы те им пророчествовали и сказали: «Иди», ну то есть «ступай», то есть «выходи из лодки, не бойся». И вот интересно, Петр получил разрешение от Иисуса. Но вот что интересно дальше. Итак, он вступает, он выходит из лодки, начинает идти по воде и вдруг видит сильный ветер, который был до этого, потому что мы читаем выше, что ветер, он не останавливался, он был. И когда он увидел ветер, то он упал и начал тонуть. И вот что интересно в этой истории. Интересно то, что слово, которое ты можешь получить, или разрешение от Господа, которое ты можешь получить, не отменяет битву, которую ты должен вести со своим страхом. Когда мы выходим из лодки, и мы начинаем идти по воде, то очень важно понимать, что здесь вопрос не разрешения Иисуса на самом-то деле было. Если бы Петр
у него была та же вера, то он бы также вышел по воде и также пошел без разрешения Иисуса. Потому что если бы он шел по воде только потому, что Иисус ему разрешил, то он бы не начал тонуть из-за того, что у него появился страх перед ветром. Он бы просто остался на воде. Потому что слово Иисуса, и он на воде, значит, он не может утонуть. Значит, вопрос не в слове, которое он получил, а в его вере, которая была. Потому что он начал тонуть по той причине, что он испугался. Итак, если у вас есть слово, а слово, поверьте, оно есть. Иисус уже давно дал нам разрешение для того, чтобы увидеть чудеса в нашей жизни. Он уже давно не просто дал разрешение, а Он сделал все для того, чтобы мы могли с вами видеть чудеса в своей жизни. Он однажды, когда к Нему подошел прокаженный и сказал: «Господи, если Ты хочешь, очисти меня», то смотрите, Иисус, это не просто история в Библии, Он сказал: «Я хочу, очистись». То есть в Его сердце живет желание, постоянное желание, чтобы мы были благословенны. Давайте скажем: Иисус любит меня. Это правда. Он так сильно нас любит, и Он дал нам разрешение для того, чтобы мы могли видеть чудеса. Итак, значит, вот что. Если вопрос не в том, что мы получаем слово, чтобы идти по воде, а вопрос в нашей вере, тогда нам нужно понять, что каждый человек сегодня может видеть чудеса в своей жизни. Если ты думаешь, что ты недостоин чудес Иисуса, то могу сказать обратное, что каждый человек сегодня имеет доступ видеть славу Божью в своей жизни. По той причине, что Иисус хочет, чтобы это происходило. Смотрите, Марка 16 глава. Иисус говорит: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Возлагайте руки на больных, и те будут исцеляться». Почему Он сказал именно это? Потому что Он хочет, чтобы люди исцелялись. Он хочет, чтобы люди видели живого Бога. Он это хочет. То есть это Его желание. Он не просто, Его попросили ученики, сказали: «Господи, но если мы пойдем по всему миру, то разреши нам возлагать руки на больных, чтобы те исцелялись. Пожалуйста». Нет, такого мы там не читаем. Мы видим, что Иисус сам это говорит. Он говорит: «Идите по всему миру, проповедуйте Евангелие, возлагайте руки на больных, и те будут исцеляться. Изгоняйте демонов моим именем». Мы видим, что это желание Иисуса, чтобы все люди соприкасались с Его силой. И ты тоже. Поэтому, если вопрос не стоит в желании Иисуса, чтобы ты был благословен, чтобы ты был здоров, значит, вопрос в чем? Вопрос в нашей вере. Итак, когда мы встречаемся со штормом, то есть очень, очень все просто. Когда мы находимся, когда мы идем по воде, то есть когда мы двигаемся верой в нашем исцелении, в наших финансах, неважно. То есть когда мы двигаемся верой, то просто знайте, что обстоятельства или штормы, или ветер будет всегда. Это неизбежно, потому что мы двигаемся сверхъестественно. Что такое сверхъестественно? Это значит, что есть естественное, то есть ограничение, которое у нас есть, а мы двигаемся сверхъестественно, то есть вопреки этим ограничениям. То есть ограничения остаются, но мы двигаемся вопреки этим ограничениям. Когда Иисус вышел из лодки, то Он шел по воде вопреки законам физики. То есть Он двигался сверхъестественно. Значит, если мы двигаемся сверхъестественно, то мы будем видеть на своем пути преграды. Потому что они существовали до того, как мы двигались сверхъестественно. Когда мы выходим из лодки или когда мы двигаемся верой, мы принимаем решение, что мы будем двигаться вопреки тому диагнозу, который поставили нам врачи. Вопреки тому, что у нас нет знания или образования зарабатывать финансы. Вопреки нашим ограничениям. Мы с этим соглашаемся.
То есть мы становимся выше этих ограничений. Мы поднимаемся наверх, чтобы двигаться вопреки. Значит, мы будем сталкиваться с тем давлением, которое эти ограничения будут на нас пытаться сваливать. И вот что происходит. Мы движемся не тем, что мы видим, а верой. Именно это определяет того человека, который впоследствии видит чудеса, или человека, который падает из-за того, что видит шторм. Мы движемся не тем, что мы видим, а верой. То есть мы видим верой. Когда мы смотрим, то мы не видим ограничения, хотя они есть. А мы движемся верой, как будто бы сквозь этого, видя, отодвигая то, что есть ограничения, и мы простираемся для того, чтобы прийти к нашему чуду. Человек, который движется верой, знает конечную цель. Итак, когда мы движемся верой, мы движемся вопреки ограничениям. И вот в этот момент очень важно понимать, что ограничения существуют, ветер есть, шторм существует. Но ошибка Петра была только в том, что он сдвинул свой фокус с того, куда он шел, на то, что было до того, как он вышел из лодки. Он посмотрел на ветер. И когда мы начинаем в момент, когда мы движемся верой, обращать внимание на ограничения, то эти ограничения приносят сомнения в наше сердце. Потому что вопрос не в нашей вере, а вопрос в сомнениях, которые попадают в наше сердце. Об этом писал Иаков. Человек думающий, то есть человек сомневающий, пусть не думает что-либо, давайте скажем что-либо. Это значит что угодно получить от Господа. То есть сомневающийся, человек, у которого есть сомнения, или он еще сказал, что человек с двоящимися мыслями. И, то есть ты с одной стороны и веришь, и с другой стороны не веришь. И вот когда мы движемся верой, очень важно абстрагироваться от того, что мы видим, что мы слышим, для того, чтобы четко смотреть на свою цель и двигаться вопреки ограничениям. И увидеть чудеса Божьи. Итак, если вы сегодня двигаетесь верой, я хочу вас ободрить, двигайтесь до конца. То есть смотрите на Иисуса, смотрите на конечную цель. Идите вперед, и даже если что-то происходит не так, а это очень интересно, потому что дальше, когда Петр упал и начал тонуть, то Иисус, он не развернулся и не сказал: «Маловерный, тони, ты заслужил, пусть так тебе и будет, поделом тебе, в следующий раз будешь знать». Нет, он так же не сделал, правда? Это было бы жестко. Он сделал по-другому. Он протянул свою руку и потом сказал, что он маловерный. Здесь небольшая разница. Потому что это вроде бы звучит как упрек, а может быть наказанием того, что он усомнился, было бы то, что он бы и утонул. Ну, как бы логично. Ты сомневаешься, ну и тони. То есть разбирайся с этим сам, я тут как бы ни при чем. Это уже ты виноват. Но здесь мы видим, что Иисус протягивает нашу руку, вернее, не нашу, а свою руку в борьбе, когда мы боремся с нашими сомнениями и когда мы сомневаемся. Поэтому, если вы сегодня идете путем веры, знайте, даже если вы сомневаетесь, Иисус будет рядом, чтобы протягивать вам свою руку и ободрять вас двигаться верой. Именно для этого очень важно пребывать в отношениях с Богом, чтобы слышать Его голос, чтобы слышать, как Он ободряет нас, и как Он вдохновляет нас, как Он приносит веру в наше сердце. Именно поэтому, когда вы сражаетесь с чем-то, то в близких отношениях с Богом вы будете получать веру для преодоления этих обстоятельств. Итак, люди, которые видеть чудеса, но не верят, что это может с ним происходить. Мы видим, что Петр решил все-таки попробовать. Поэтому первое – попробуйте. То есть сделайте это. Или примите решение, что чудеса для вас также доступны, потому что Иисус хочет, чтобы вы были здоровы и благословенны. Дальше, второе – это не ждите особого вдохновения. Или не ждите особого слова. Если вам нужно слово какое-нибудь, то есть если вам нужен какой-то знак, то
Вот вам знак. Иисус разрешает, чтобы вы были здоровы. Вот, типа, вот вам знак. Тут рута написано. На греческом это обозначает «я разрешаю». Итак, Иисус дает разрешение. Он хочет, чтобы это происходило. Поэтому все. Вам не нужно больше подтверждений. Уже подтверждение для вас есть. Теперь все зависит от вас. Двинетесь ли вы верой? Выйдете ли вы из лодки? И будете ли вы идти вопреки обстоятельствам? Но я хочу сказать, что все люди, которые двигались верой в то время, как и сейчас, они всегда доходили до конца. Потому что это слова Иисуса. Тот, кто будет верить. Если ты будешь верить, то ты увидишь славу Божью. То есть это то, что произойдет вопреки обстоятельствам. Слава Божья. Это то, что не должно было произойти, но это произошло, потому что явилась слава Божья. Лазарь воскрес, кто-то исцелился, у кого-то произошли чудеса. Это слава Божья, потому что Бог приходит и начинает совершать свою работу. Это все. Значит, в нашем сердце нам очень важно носить веру. Давайте кое-что скажем сейчас, просто провозгласим. Я принимаю решение верить. И знаете, если вы тонули, то есть если вы упали, и вы как бы опять начали сомневаться, то Иисус сегодня протягивает вам руку, чтобы вы снова поднялись в своей вере и снова начали сражаться, и снова начали верить. Если вам нужна была рука от Бога, вот сегодня примите эту руку, которая вас поднимает и говорит, продолжай сражаться, продолжай верить, потому что моя работа еще не закончилась в твоей жизни. Те обстоятельства, которые есть в твоей жизни, и я могу их разрешить, это рука Божья сегодня для вас. И поэтому давайте помолимся, основываясь на этом. Если вам не сложно, то можем подняться. И сейчас мы будем совершать молитву с нашей командой за исцеление еще, за чудеса, которые вам необходимы. Если вам необходимы финансовые чудеса, то мы сейчас совершим и за это молитву. Но напоминаю, что у нас сегодня служение, которое посвящено именно молитвам за исцеление. Потому что мы делаем раз в месяц такое. И на втором служении еще подъедут остальные пастыра, и они представятся, то есть еще помолятся за всех, кто здесь присутствует и кто присоединится. Поэтому давайте прямо сейчас будем совершать молитву. Отец, спасибо тебе за то, что ты так благ каждому из нас. Спасибо тебе. Я сейчас хочу помолиться о людях, которые потеряли веру. О людях, которые, знаете, они упали, и они, ну, то есть не хотят подниматься. Основываясь на этом слове, как бы я бросаю сегодня вам вызов. И вызов заключается в следующем. Начните снова верить. Это хорошо. То есть начните снова верить. Не нужно сдаваться. То есть не нужно опускать свои руки. Начните снова верить. Пусть в вашем сердце воскреснет вера. Я не могу ее воскресить, к сожалению. Это можете сделать только вы своим решением. Вы принимаете решение. Иисус, я снова буду верить. О, Иисус, мы принимаем решение верить и идти до конца, зная, что ты отвечал всем людям, которых мы читаем в Слове. Ни один человек, который встречался с тобой, который проявлял свою веру, не остался без ответа. Ни один человек, у которого были трудности, он, приходя к тебе, верил, он не видел в своей жизни проигрышей. И так говорит твое слово, что надеющийся на тебя постыжен не будет. И поэтому мы сегодня принимаем решение надеяться на тебя, верить тебе. Знаете, что происходит, когда мы верим? Когда мы верим, мы перекладываем свою ответственность на Господа в своей борьбе. И как вы думаете, может ли Бог проиграть? То есть представьте, когда мы начинаем верить, то мы берем свою трудность и говорим, Господь, даже нет, не так, забудьте это. Вот как происходит.
Он говорит, отдай мне свою трудность. Ты берешь свою трудность, он тебя просит. Ты берешь свою трудность, отдаешь ему. И как вы думаете, может ли Иисус проиграть? Я думаю, нет. Потому что он сам хочет вести битву вместо вас. И поэтому, давайте скажем, Иисус, свои трудности я передаю в твои руки. И я верю, что ты будешь действовать в моей жизни, и ты решишь все вопросы, которые у меня есть. И прямо сейчас мы будем молиться. Отец, я молюсь за всех людей, кто прямо сейчас проходит сложное время в своей жизни. Люди, которые прямо сейчас сражаются со своими болезнями. Я прямо сейчас молюсь за каждого из них. Просто возложите свою руку на себя. И давайте посмотрим, что может сделать Иисус сегодня в этом зале. Давайте посмотрим, что Иисус может сделать тех, кто нас сегодня смотрит. Во имя Иисуса, прямо сейчас, Господь, двинься, 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 двинься. Пусть твоя сила наполнит каждого, кто смотрит и кто слышит это сейчас. Пусть прямо сейчас всякая болезнь будет повержена во имя Иисуса Христа. Пусть всякая болезнь будет разрушена в телах моих братьев и сестер во имя Иисуса Христа. И прямо сейчас сделайте что-нибудь вашей верой. Просто двиньтесь. Если у вас были трудности с передвижениями, начните пробовать. Двигайтесь, двигайтесь, двигайтесь. Пробуйте шея, руки, тело. Попробуйте, попробуйте. Если у вас были с глазами трудности, начните читать что-нибудь. Прямо сейчас проявляйте свою веру во имя Иисуса Христа. Господь, продолжай свою работу. Продолжай свою работу здесь. Двигайся здесь. Прямо сейчас во имя Иисуса. Во имя Иисуса Христа.